Пу -пу, -пу. Пу, пу пу Всем привет, с вами я, Ван Грешник. Мы продолжаем играть в Grim Soul Dark Survival RPG. Продолжаем. Продолжаем делать багряную охоту. Секунду. Секунду, я напишу о начале трансляции все опубликовать. Прям 5 секундочек подождем. Кто-то подтянется, кто-то поприседает. В целом, всем привет, кто смотрит записи. Приятного просмотра. Не забывайте ваш лайк, подписку. Или отслеживать на ВК Play Live. Ну и подписку ВК Видео, то есть на сообщество ВКонтакте. Вот, э, как-то вот так вот. Вот как-то вот так вот. Секундомерчик, давайте кое-что еще сделаю, и мы с вами будем продолжать. Так, и что у нас здесь? А что-то у нас здесь есть. Четыре ежедневных задания. Почему экран не работает? Что случилось? У меня игра не работает. Почему? А нет, работает. Почему тогда не мог выводить пальцем по экрану? Точнее, почему не вводился, не реагировал экран? Странно. Это очень, господа товарищи, странно. Что у меня в инвентаре? А, да, точно, задание на урон перначом. Охота на медвежат. Убитого медведей. Охота на чумных разбойников. Чумные разбойники. Своими руками сделать, да. Мастер пернача, да, хорошо. Сделаем пернача и медвежат, а чумные разбойники, надеюсь, на север ехать не придется и выпадет какой-нибудь ивент, на котором они приходят. Если я правильно припоминаю, такой ивент только один. Это вот это подвальное темное помещение, но у меня, по-моему, карты призыва данного подвального темного подмещения нету вообще. Сейчас я открою себе чат. Так, секунду, где? Где же ты, чат? Где ты? Куда же ты делся? Я здесь все нашел. Так, все, поехали. Я здесь, вы здесь, мы начинаем. Все. Это откладываю, чат буду читать периодически. Но буду. Буду в основном увлечен игрой. Наверное, посмотрим Поехали, поехали, начинаем выполнять ежедневные задания Сегодня мы обязательно с вами возьмем а, 20 уровень багряной охоты Ну потому что вот мы уже взяли Совсем немножечко, совсем чуть-чуть Осталось только дотянуться рукой Естественно, медь я с собой тоже беру Потому что меди много не бывает а, Медью мы будем делать доспехи Медью мы будем делать, возможно, капканы Давно уже я медные капканы не делал как же мало падает этих баночек. Как же долго их придется собирать, как же много их придется собирать. Но ничего страшного, соберем. Это не проблема. Вот первый медведь пошел. Надо, наверное, давать волчонку добить, чтобы он накачался. Накачался, накачался уже наконец-таки. Чтобы был мощный волк, накачанный. Прокачался, если быть более точным, одноручный меч. Но два черепа всегда славились тем, что дают неплохие предметы. По хилу, да, не сказать, что сверхъестественно Но тут в основном хил не готовый Падает Но по предметам всегда два черепа Давали неплохо, спокойно Волк, надеюсь, добьет Хотя, может и нет А нет, смотри-ка, все-таки добил Хватило ему сил, молодец Молодец, волчонок, что добил а Между прочим, мы продолжаем набивать урон у пернача Навык на перноча я тоже поставил а вот хилку я с собой взять забыл. Не знаю, о чем я думал. Видимо, просто-напросто запамятовал. Ну да ладно, отхилимся ягодами. Ягод здесь полно. Ну и явно в одной из этих корзинок будет лежать хилка. Не думаю, что уж без хилата останемся, тем более на двух черепах. Да и пока проклятого рыцаря я в глаза не вижу, можно об этом не беспокоиться. Уж простые там бы. Если постарается нас слить, ну пусть и стараются, у них это вряд ли получится. Одноручный меч, возможно, я им так и не воспользуюсь, но пусть лежит. Кушать он не просит, не орет, не кричит, пусть валяется. Когда-нибудь пригодится. Ль льняное волокно, кстати, подбирать надо, надо, не забывать про льняное волокно. С тканью немножко начинаются проблемы. Да и это естественно. Один только крафт, 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 и ничего кроме крафта сжигаются материалы так что будем стараться исправить данное положение дел. Вообще, мы давно не фармили. Мы давно с тобой не фармили вот так. Добывали медь, добывали льняное волокно на обычных двух-трех черепах. Как-то последнее время больше по северу катаемся. И тот фарм предпочтительнее был. Совсем уже забыл про добычу меди. Но вот с приходом обновления вернулись, так сказать, к корням. К тому, с чего все начиналось. К добыче древесины и добыче меди. Я тебе скажу так, вполне легко. Вполне легко. Возможно, это из-за хороших инструментов в виде этого топора и этой кирочки, которую сейчас, между прочим, можно приобрести за монетки багряной охоты. Я считаю, вообще, на самом деле, если так в целом посмотреть на награды багрянки, сейчас самое интересное, самое лучшее, самое вкусное, это реально кирка и топор, которые продаются в соседней локации. Это самое, самое реально достойное из всего, что есть в багряной охоте. Особенно если вы начинающий игрок, да, только-только начинаете свой путь. Вы взяли себе, предположим, багряную охоту. Самое лучшее это накопить монетки и купить себе топор и кирочку. Опять же, если у вас есть цели не на подземелье, то есть не на фарм через подземки, а на фарм прям фарм именно добыча материалов из локаций, крафт доспехов, все своими руками. Потому что топор и кирка делают это просто гораздо быстрее. Воспринимается это быстрее. Воспринимается уж точно быстрее. На 2 на 3 удара меньше требуется. Особенно хорошо чувствуется это при добыче, например, той же самой медной руды. Или при добыче камня. Хотя вот камень я вообще не добываю. Просто потому что каменную базу я себе не строю. Каким образом я делаю вот такой круг? Что это за движение такое? Да, это я так прекрасно стараюсь набить себе пернач по уровню. Нам в целом торопиться-то с тобой некуда. Я думаю, сегодня мы сходим в подземелье. А в какое, я не знаю. Ну, либо в подземелье от рекуши, либо в подземелье истязателей. Вообще, нам э, по луту лучше идти в подземку истязателей, потому что там и овес, там и необходимые для нас материалы. Ну и в от рекуши можно сбегать, почему бы и нет. Так, забери это все. Если я правильно помню, в предыдущий э, подобный ивент была тайная комната в подземельях отрекшихся. Сейчас не знаю, добавили или не добавили. Вопрос хороший. Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Надо будет посмотреть. Заодно и выясним, добавили или нет тайную комнату в подземелье отрекшихся. Но для этого придется весь первый этаж почистить. Ну и почистим. В конце концов идет багряная охота. Оно нам хуже не будет, оно нам надо. Берем печать, активируем. Молодец. Сегодня на канале выйдет видеоролик по геншину. Сегодня будет еще одна серия по геншину. А, и может быть, будет еще видос, но вот в этом плане не ждите, потому что не гарантирую. Может быть будет, а может быть не будет. То есть геншин будет точно, потому что серия уже записана, и его осталось видеоролик отредактировать и можно выкладывать. Так, все, забери камешек. Зачем я собираю камень? Кто бы знал ответ, но я на него даже ответ не знаю. Так, сделать кирку. Кирку мы сделали, эту мы выбрасываем, и вот появилось место. Можно спокойно собирать и льняное волокно, и ягодки, а теперь места нет. Ладно, выбрасываем ткань, одну штуку она нам не нужна. Вот это, вот это, а кристаллики мы будем копить. Кристаллики мы будем копить, потому что неплохо делается один шлем. А там требуются в крафте кристаллы и э, чаши магические. Там прах кого? Пр... Сейчас, сейчас, сейчас почитаю по крафту. Какой там прах требуется? Прах шобала. Вот. Оказывается, что нужно. Ну ладно. Естественно, мы с вами не запомним этого. Так что будем называть... Ага, две ткани, заебись. Только что выбросил. Вот я только что выбросил одну ткань, и мне падает две. Как такое может быть? Не знаю, но как-то такое произошло. Уж по стелсу сливать я оленей не буду. Не хочу бегать по стелсу. Можно я поставлю автосбор? Пусть он автоматически все собирает. Да нахуя ты камень-то бьешь, товарищ? Ну скажи мне, зачем он тебе нужен? Ну для чего? Зачем тебе камень? Зачем тебе камень? Нахуй ты его подбираешь. Камень тебе совершенно сейчас не нужен. Тебе нужно сосредоточиться на добыче меди, на добыче э -э хила, на добыче льняного волокна. Все, вот все, что тебя касается, только это нахуй тебе камень. Я зря выбросил топор, нам он нужен, нам он нужен, нам он важен. Поэтому мы делаем и его. Я подумал, материалы закончились на локации. Мы все почистили. А нет, смотри-ка. Оказывается, еще есть. А просто я не обратил внимания. Я не обратил внимания. Я слишком много информации сразу начал говорить тебе. Поэтому как-то в этом фарме я немножко потерялся. Забери ягодки. Больше ягодок, я так понимаю, нет, да? Да, нету. Ну, предположим... Неожиданно одноручный меч выпал. Так выпадать он не захотел. Ну второй раз выпал. Как-то я не знаю, наклонились при добыче дерева и он, и он неосторожным движением руки упал на землю и смешался с землей, мы его не заметили, поэтому он как бы исчез. Он все так и было, сто процентов. Мы его трогать не будем, пусть висит. Он особо никак не помогает, хотя подожди, нет, надо его все-таки освободить, потому что с него, а, он может с некоторым шансом напасть на персонажа, и это на самом деле лучше, чем он помогает, нет, к сожалению, он помогает, с него с некоторым шансом падают неплохие материалы, ну, такие расходники там, но вроде как в неплохом количестве. Тоже вы пригодились. Ну, как ты видишь. Нет, он решил нам помогать. Написали, сколько процентов у тех или иных навыков. И как-то все это грустно выглядит. Ну, дойдем там уж, посмотрим. Если дойдем вообще когда-нибудь по навыкам. Как вы знаете, в последнее время навыки не все хорошо убиваются. И не только навыки. Так, забираем еще и проклято. Я не знаю, зачем я чищу всю локацию. Мне просто хочется. Это, это, я не только это ради багряной охоты делаю. Я вот зашел как-то в последнее время вот так охота зайти на локацию, всю ее почистить, все предметы с локации забрать, все вот это вот. Добрый вечер, всем здравствуйте, здравствуйте. Не забывайте ваши лайки, не забывайте. Ваши сердечки под стрим, не забывайте. Пока идем, настал момент истины, золотой сундук. Во-первых, закрываем один квест. Охота на А, я не сделал. А, ну да, два из четырех, это же два черепа. Чумной разбойник. Самое сложное будет сейчас. На север уж тратить овес не очень-то хочется. А вот самый простой. Сегодня вообще легкие задания. Пойдем подземелье отрекшихся. Но начнем мы, конечно же, с сундучка. Этот нас сундук не интересует абсолютно. Самое главное, вот этот сундук. Хотя бы в эту багряную охоту я надеюсь на полный комплект доспехов. Давно нам фуловый комплект не выпадал, то по 4, то по 3 шмотки выбьем и на этом все закончится. Здесь же надеюсь на полный комплект. Но, как говорится, надейся, но будь готов к тому, что оно тебе может как бы и не выпасть. Все-таки гаранта открытия ящиков здесь абсолютно нет. Сколько бы ты их не открывал, хуй, все равно рандом. Ну, давай начинать. Из э, сильных наград я не рассчитываю ни на что. Единственное, на что я могу обратить внимание, это хороший короб. Жалко, только у него только такой внешний вид. Э, и нет другого короба на 20 ячеек с, э, с другим внешним видом. Потому что этот, ну, такой 50 на 50. Хоть бы не огненная алибарда, блять. Вот надеюсь, что не она. А выпадет, наверное, она. Ну, давай посмотрим. Я надеюсь на чертеж. Ну, предположим, шлема. Начнем с шапки с самого такого интересного. Выпадай! Ты посмотри, кто это. Шлем выпадает. Странно, как я угадал, я не знаю. Как я угадал, я не в курсе. Я не в курсе, я не знаю. Это магия. Необъяснимо, но как бы. Вот оно, так оно и есть. Это было странно. Так, я ничего не выбрасывал, не надо. Нихуя я полетел, что-то было. Эта кошка настолько рада была встретить нас на домашней локации, что с ног нас снесла. Настолько, настолько много радости вызываем у домашних питомцев. Значит, очень хороший хозяин. Ну, правильно кормим постоянно. Почему лагает игра? Не может нибудь объяснить, почему? Почему два FPS? Что случилось? Что-то, что за лаги? Что происходит? Что за ужас тут творится. Объясните мне. Почему лагает, что, что произошло. Сейчас посмотрим мы с вами крафт. Что там нужно? Так ли оно дорого? Я уже э, знаю. Я не буду за вас полерить, я помолчу. Я помолчу. Кто не видел крафт, я помолчу. Сейчас сами все увидите. Так, ты у нас прокачиваешься, еще седьмой уровень, да, до восьмого тебе еще идти, идти. А вы у нас час пятьдесят два, час пятьдесят... Ну ладно, что же уж поделать. Что же уж поделаешь, ничего же уж не поделаешь. Так, материалы все по своим полочкам, все по своим местам. Ты сюда. Еще бы вспомнить, что у меня есть в подземелье отрекшихся, чтобы точно сказать, сможем ли мы их пройти, не подбирая дополнительные ресурсы с базы. И вроде как не сможем. Потому что особо ресурсов-то у нас там после последнего захода вроде как не было. Вроде как, но это не факт. Кирочку и топор мы оставляем здесь. А сами медленно, но верно продвигаемся к верхним ящикам. Сюда мы ставим вот эту историю. Скушаем 4 лучка, так как кидать мне его в жарку просто неохота. Сюда я поставлю баночки. Один кристаллик я оставлю в инвентаре, потому что уже надо поменять навыки. Ну и приступаем к обработке. Во-первых, идет древесина. Древесина по своим местам. Смотрите, как, кстати, медь появилась в большом количестве даже в этом ящике. Ну да, тут не переплавленное железо, но не до железа мне сейчас. Ой, блядь, с железом еще история. И куда мне это все пихать? Это как-то надо впихнуть невпихуемое. А впихивать-то некуда. Ладно, пусть пока здесь полежит. Это все-таки материалы. Добытые с локаций дерева, железо, они как-то рядом неплохо смотрятся. А где древесина? Я ее выложил. Молодец. Молодец, что выложил древесину, красава. Да положи ты, блядь, это дерево, ну сколько можно? Так, льняное волокно. Льняное волокно. Все, чудно, чудно. Все здесь. Можно, между прочим, в этот заход взять с собой и скрафтить капканы из меди. Но я как-то уже... Наверное, отвык от капканчиков. Но с другой стороны, надо, потому что у нас особо сильных-то оружек нет на сегодня. Блять, сегодня же еще надо пройти от. Ага, хрен отрекшись. Какие отрекшиеся? Нам сначала надо пройти вот это подземелье это новое сегодня. Оно же обновилось, да? Или нет? Не помню. Не помню, обновилось ли. А почему лаги? Это л... Эта игра лагает. Мне же не кажется, да? Да, подтормаживания какие-то есть. Смотри-ка, тормозит, что-то лагает. А почему? Что случилось? Что произошло? Так, камень мы красиво выбрасываем. Это мы перемещаем в ящик. Положить все. Положить все. Хорошо. Давайте готовиться к прохождению подземки. Какой сет с собой взять, понятия не имею. Но если по оружке, мы хотя бы знаем, что к чему. Ледяной... Вообще можно взять с собой ледяной меч. Но я порепоминаю, что там где-то была комната против скелетов. Да, лучше использовать один топор. Топор я с собой беру 100%. Нет, ледяной меч можно ставить. Или взять, взять против огромного... А а нет, палец, палец, палец лучше. Палец гораздо лучше. Щит с собой беру. Нет, не бери щит, не бери, 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 не надо, не надо, не надо. Не надо брать с собой щит. И без щита все будет хорошо. Вспомнить бы по комплекту доспехов, что у нас. Ну, брать поломанные. Давай, ладно, хорошо. Немножко поломанные возьму. Сколько пройдем, столько пройдем. Там уже второй комплект на себя накину. Ну, 450 брони нормально. Еще и собака даст 50. И в половину вот такой доспех, вот такой. Это уже можно убирать. Шлем. Ну что, сапоги и перчатки остались. Но ну, это я уже могу себе позволить крафтить. Давайте крафтим. Хорошо, где это? Перчатки и сапожки, да? Да, но это уже новое. И получается полностью цельный, цельный хороший комплект. Эээ, прекрасно, прекрасно. Предлагаю поменять навыки, а я это уже и сделал самостоятельно до того, как сам об этом подумал второй раз. Так, и подун поставил. Что еще можно поставить? Уклонение. Да и ладно, похуй. Особо сильно больших процентов у меня там не наблюдается. Обледенение, быстрый перезаряд, воскрешение, ну можно поставить, иммунитет, целительный отдых. А есть у меня свитки производства скелетов первого уровня. Их вполне себе можно использовать, как показала практика, неплохо помогает. Неплохо помогает, можно использовать. Я тут подумал, знаете что, может быть на босса использовать шипарик. Ну как бы, о, все нашел, можно стилет убийцы использовать, прекрасно подойдет на босса. Ну, так как ядовитого кинжала ничего подобного нету. Еще бы мандрагорку с собой одну прихватить. А у меня нет ничего против а, прям базовых-базовых, нет. Можно взять ски По-моему, мне вот этого всего должно хватать с головой для прохождения. Давай похуй пойдем так. Пойдем так, нормально будет. Беру, беру. Беру тоже. Печеньки. Эль. Печеньки Эль, печеньки Эль, вот мы все прошли, останется что-то на босса. Можно в целом босса и такими хилками победить. Почему бы не потратиться, тем более, зачем-то я это все дело копил. Копил я для чего? Для чего-то. Можно взять ядовитого волка и как бы по идее... А, нет, яд А яд накладывается? Вопрос хороший, накладывается ли яд, потому что кровотечение мы пробовали, вроде кровотечение не накладывалось, или я запамятовал. Давай проверим, возьмем волка. Если кровотечение накладывается, то это имба. Мы волчонкам просто снесем нахрен ему все. Мандрагору мне отдай, мандрагору получай. Ну, две штуки возьму, чисто, чтобы было. И все. Как же много мяса, как давно. Давно этот склад столько мяса не видел. Зеле удачи, стоит ли, не стоит ли. Давай, хуй с ним. Использовали и поехали. Вроде все взял, вроде ничего не забыл. Котенок. Котенок, котенок. Ругуе. Зена. Карасик. Хорошо щит тогда я не буду брать. Она косточка. А, ладно, пофиг, какая косточка, все равно нет. А подожди, еда для него есть? Это, это не собака, это... Да. Нормально, хватит. Нам просто посмотреть, работает ли яд. Если яд работает, то ок. Если яд не работает, то не ок. У меня моментами ощущение, что круговой удар позойдет туда неплохо. Ну вот там, где огромная комната с призраками. Они же очень часто бьют, по идее, очень часто будут заряжать мне навык и круговым ударом. По идее, я смогу спокойно их разнести. Заходи. В могильник мы первым делом идем в могильник. Так, ты посиди. Здесь я сам разберусь, пожалуй, первым делом, сам все сделаю. Ну, слушайте, 76 дамага, хорошо. Мы экономим хп у Боба. По-моему, его зовут Боб. Зелье удачи даст нам и двойной дамаг, что тоже прекрасно, тоже дает преимущество. Как же хреново наплечник у него там смазывается, пиздец. Так, призраки. Ну, вот здесь, наверное, можно уже Боба-то и призвать. Или не надо? А, я забыл факел, прикиньте, я факел забыл. Это плохо. А может топор использовать также? Ну а что, они по идее быстро должны отлетать, нет? Давай попробуем, чисто из любопытства, хватит топора или нет. Да слушай, нормально. Да, вполне себе ок, вполне себе хорошо работает. Но я все равно его призову, пусть идет за мной, чтобы лишний раз не бегать ты идешь тоже за мной, чтобы я потом до конца подземелья не шел. В каждой комнате будем сажать. Пусть сидит. Мы копим волка чисто на босса. И все. Минус один. Минус два. Прекрасное использование мощного удара сейчас было на ваших глазах. Здесь уже идет рыцарь. Используем ледяную палец. Она себя показала прекрасно в предыдущем прохождении. Жалко только в половину прочности. Надо было все же, наверное, меч прихватить. Как-то я об этом не подумал. Можно, между прочим, побегать вот так. Дать ему немножко возможности себя реализовать. Подамажить. Я думал, добьет, но нет, он отказывается добивать. Слишком уж у них урона мало. У них не заточены, видимо, без навыков. Поэтому такой маленький дамаг. А на Бобе, между прочим, медный комплект доспехов. Медный доп... Скинчик. Э, скин из магазинчика. Он раньше в магазине продавался. Вот медный комплект. Лучницу пока не трогаем, хп у нее мало. Открываем ворота, смотрим. Ну, здесь просто кучка скелетов. Здесь просто кучка скелетов. В целом, я думаю, можно и без лучницы справиться. Лучницу оставляем на всякий случай на потом. Новый уровень у питомца. Поздравляем питомца с новым уровнем. Сами кушаем хилку. И заходим. Да, конечно, так. Ну, слушай, прекрасно справляется топор. Он сюда заходит как нельзя лучше. И скелеты тоже, по-моему, неплохо помогают. Да, чудесный топор. Просто чудесный. Вот топор а не зря копил. И на катакомбах справляется хорошо, и здесь великолепно справляется. Сочетание скорости атаки с уроном дает свои плоды. Здесь у нас кто? Здесь у нас призраки и банши в том числе. Но смотри-ка, у Боба-то хп улетело очень быстро. Уже почти половина хп отсутствует. Но мы призываем лучницу, она нам немножко поможет. У нее огненный лук, а значит дамаг огненный. По призракам, по идее, работает лучше. А тут вроде как призраки-то и начинаются. Да, тут призраки уже пошли. Ну, использовать огненный спадон, как вариант, можно. Можно использовать секиру. Предлагаю начать с секиры. Я думаю, будет хорошо. Стараемся. Хотя давайте, наверное, сливанем сначала души чтобы они просто не дамажили лишний раз. Да, сама-то она толком, считай, и не дамажит нихуя. А нет, смотри-ка, дамажит по тридцатке. 29 хп снимает. Не, ну тут уже можно простым топором, конечно. Лед на нее, разумеется, не работает. И похуй, наш призрак. Но просто из всех предметов мне как-то ледяную оружку не жалко. Ну смотри, да, хп снесло и у Мариши, да и у Боба меньше половины хп. Выглядит грустно. Вот этот заход выглядит гораздо грустнее, потому что я стараюсь экономить оружку. И, естественно, это бьет по их здоровью. А желательно хотя бы в вчетвером дойти. Зелька энергии падает. Это прекрасно. Зелька энергии это всегда хорошо. Мужик с ледяным мечом. Ну, по... нет, его снесут быстро. Его быстро сносят. А здесь у нас кто? Хоть бы вспомнить. Ну ладно, призываем. Призываем. Слушай, давай секиру используем. Давай, 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 давай. Давай начнем с секиры. Брони, к сожалению, очень мало. Предлагаю поставить окаменение на всякий случай. Я думаю, вот здесь уже можно поменять броню. Не сидеть, не ждать, пока что-то сломается. Или что-то в этом духе. оно нам не надо. И так прекрасно все зайдет. Поехали. Да, лучников, пожалуй, надо сразу вырубать. Хотя это прекрасно делает как бы и без меня... Я чисто рукопашкой. Бобу, конец. Это видно. Заморозка сработала, но слишком поздно. К сожалению, Боб с нами до босса не дойдет. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Главное нам самим бы до босса дойти, не потратив э -э, спадон. Спадон надо сохранить на комнату с большим количеством мобов. Ну вот, пиздец пошел, да. Лютый. Смотри-ка, он нагрелся и все, он не хочет отагриваться. Я стараюсь именно в топориста бить. Все, вырубили. Ну а этого я танкую, так что похуй. Просто танкованием заберем. Ничего нам не будет. Красиво. Чем с него падает такой поломанный щит, не знаю. Может быть, если как-то быстрее его слить, он будет гораздо более целый. Ну а так, маленький щит поломанный брать. Какой в этом смысл? Это, по-моему, комната с солибордистом, А дальше уже, да, дальше уже идет толпа. Ну, Боба снесут, Кант снесут. Но Винсент и Мариша, мне кажется, останутся на боссе. Здесь уже спасет только огонь по-другому никак. Ну, естественно, мы призываем скелетов, кушаем мандрагору и врываемся во всю эту историю. Вырубаем всех. И очень надеюсь на то, что они будут добивать. Они и добивают. Хорошо. Прекрасно. Ну, слушай, вот так исподон можно использовать очень долго и хватит его на очень-очень большое время. Пойду за волчонком сбегаю. Волчонок нам нужен, волчонок нам важен. Мы хотим проверить урон ядом. Может, э так призрак упадет бы. Ну, с одной стороны, он король, призрак. Вряд ли на него яд действует. Меня одолевают большие сомнения. Просто если уж кровотечение не работает, то и яд подавно. И где волк? Ага, понял. Здравствуй, волк, пойдем. Пошли, ты нам нужен. Мы берем как бы не основным уроном у волка, мы берем э, именно отравлением, именно приколом того, что волк травит. 70% шанс. Хороший показатель. Мне кажется, или игра подлагивает, я понять не могу, или мне к реально кажется. Нет, игра подлагивает, определенно. Определенно есть микрофрезы. Это странно. Ну ладно. Причем перед началом трансляции я перезагрузил смартфон. Все нормально было, вроде бы все было хорошо. Это очень подозрительно. Можно использовать проклятие, увеличивает физ урон. Все, все готово, все прекрасно, все готово, очень классно. Вот так заходим. Спасибо то, что закрыл мне дорогу к боссу. Я пытаюсь среди многообразия урона. заметить яд. Но я его не вижу. Ну, ему пиздец тут, сто процентов. Да, я в камень. Нет, яда нет. Яд на него не работает. Я не вижу яда от волка. Вообще. Пизда. Все, приехали. Я навык так не использовал, между прочим. Как-то он слишком поздно скелетов-то активировал, не? Но зато отлетел он гораздо быстрее. Я про навык совершенно забыл. Я совершенно забыл про навык. Все, выходи из камня, молодец. Я опять забыл посмотреть, сколько очков багряной охоты он дает. И дает ли он их вообще. Вот, по-моему, самый быстрый слив босса. Из всех, который был до этого. Это самый быстрый. Смотри-ка, дали э, крюк палача. Это хорошая вещь. Для Вагенбурга вообще прекрасный шанс повредить броню противника. Ну и штаны. Тоже великолепные. Великолепные штаны. Это убираем. К сожалению, одна печать. Я не знаю, сколько надо хреначить это подземелье, чтобы хотя бы на одного босса этих рун хватило. Очень много. Так, можно забрать все. Забрать все и то, что мне не надо, уже самостоятельно выкинуть. Но самое вкусное здесь это свитки призыва мертвых третьего уровня. То есть если сравнивать руну огня с свитками призыва, то вот самое интересное это свитки призыва. Потому что третий левел, там достаточно мощные ребята выходят. Я думаю, они гораздо эффективнее себя покажут, нежели показывает себя эта руна. Слишком уж мало ее падает. Падало бы больше, может, был бы сильный дисбаланс. Но падает сейчас. Надо... Не, не золотая середина, я считаю. Можно, конечно, и побольше давать. Ну да, ладно. Здорово, ворон, держи. У меня еще на базе валяется несколько штук, может даже хватит на еще один ключ. Но пока мы не спешим с этим, всему свое время еще успеется. Лут, который добыли, несем в сторону дома. Еще 21 день, 9 часов, пока мы не пропустили ни единого дня фарма данного короля. Не особо-то ходим по подземельям, заметь, да, то есть прибавки в броне нет. Делаем это, стараемся делать это на бронзовом сете. Причем в бронзовом сете вполне себе спокойно можно даже позволить танковать призывным товарищам вот этим. Вполне спокойно танкуют, без каких-либо проблем. Меня это устраивает более чем. Один-двое отлетают, остальные живы. И дамаг улетает неплохой. Свитки призыва скелетов первого уровня тоже вдобавок в копилку урона идет. А вот с волчонком, ну я не увидел там зеленых цифр. А если зеленых цифр там нет, значит и яда, собственно, тоже не было. Это говорит о том, что яд на него либо не работает, либо я просто был сильно невнимателен. Или-или. Ну, в конце концов, может быть, вы напишите в комментариях, посмотрев там повнимательнее, сработал яд или нет. Я думаю, что яд как кровотечение не работает, потому что все же он король-призрак, а на призрака нихуя не работает ни яд, ни кровотечение. Что мы... странно, кстати, что на хальт работает, ведь хальт-то тоже как бы призрак, нет? Хальт же вроде тоже призрак, нет? По-моему, да. По-моему, хальт-призрак. По-моему, она была призраком, если я не ошибаюсь. Но когда ты ее сливаешь, она же из оболочки уходит. Она же оставляет оболочку и куда-то исчезает. Но при этом на нее почему-то работает яд. Почему? Непонятно. Но как бы факт есть факт. Ох, эти материалы, ох уж их раскладывание. Так, сюда, ладно. Куда мы это все? Давай все в один ящик похуй раскладывать. Это по категориям не особо сильно-то и хочется. И так все будем тратить. Самое вкусное то, что мы добывали, это заточенный спадон пятого уровня. Прекрасная вещь. Куда его потратить? Слушайте, можно потратить его на Вагенбург. Можно потратить. Да куда угодно. Куда угодно везде зайдет. Свиток небесной кары. Нет, свиток заморозки. Нихуя он только выпал. Только сейчас он выпал там Ну да, редкая вещь. А, вот зачем я подходил к нижнему сундуку. Я хотел положить тыквы. Все, положи, не трогай. Пусть копятся. Когда-то, я помню, мы накопили эти тыквы и, по-моему, кого-то слили ими. Не помню кого. Скорее всего, такая же ситуация будет с этими печатями. Мы накопим там сколько-то штук и сливанем на босса. Возможно, так. Может, типа вот мы слили хальт с вами огненными печатями. Интересно, вот есть же этот навык, да? Рунопись. Получается, что печати будут. Добываться где-то еще, помимо временного ивента. То, это, то, ну, получается, только сейчас они добываются таким образом. Потом, когда этот временный ивент уйдет, будет и, и, иной тип добычи. Вопрос: какой? Слушайте, а может, крафт подвезут? Я думаю, может, подвезут крафт. Вполне себе. Ой, скимитары. Ой, да, давай, давай, давай. Давай, как раз скимитары, то, что надо, завалялось для подземелья отрекшихся. Да, мы идем именно туда. Мы с тобой идем под земку отрекшись. Здесь есть крейгмейстер, здесь есть Фальшончик, но их, честно говоря, брать не хочется. С кимитарами, я думаю, вообще всех мобов будем забирать. Сколько у меня с кемитаров? Я могу себе позволить эту трату, я считаю так. А, спокойно пройти отрекшись. Ну или неспокойно. По ситуации, по развитию событий посмотрим. Шибарик надо обязательно. Это я помню, это я знаю. 11 лет убийцы ушел на этого босса. Ну, ядовитый кинжал бы на него выбить, посмотреть. Вот там-то уж точно будет видно, что ядовитый кинжал работает, не работает. Это уж 100% увидим. А, мы слили Айзенборга. А, ну да, значит, получается, так оно и есть. Значит, так оно и есть. Да, в героях, наверное, сходим. Сходим с вами в героический подземелье отрекшихся. Я, кстати, вас поздравляю, у нас 49 человек на ВК Play Life. Ну я имею в виду в, э, отслеживают канал. Всем добро пожаловать на стримы. Так большой бастард, у меня есть бастарды. Что я я поставил скимитар, да, хорошо. Мы дождемся за точки еще одного скимитара. Я думаю на два этажа этого нам более чем будет достаточно. Я хочу сливать чумных. С... Можно пропустить меня? Спасибо большое тебе, Волк. Дай бог тебе счастья, здоровья, любви, процветания долгих лет. Так, э, косу тоже я беру обязательно. Косой я буду сливать чумных и... и про... Нет, проклятых рыцарей. Давай так, скимитар против чумных. Коса против проклятых рыцарей. Я думаю, это будет хорошо. У меня не завалялся ли случайно где-то здесь... Ой, там еще один скимитар лежит. Ты посмотри, надо взять. Не завалялся ли случайно где-то здесь ледяной топор? Я был бы этому очень рад. Можно мне ледяной топор? Ой, спасибо большое. Спасибо большое, то, что есть ледяной топор, то у меня, а можно два. Давай два, вот это против хромовника возьму. Не знаю, почему просто хочется. Лучок нам нужен, по-моему, нужен. Давай возьму с хороший лук. Ай, не надо у нас есть оказывается поломанный. Лук рогалда буду использовать. Дистанция, все дела, хорошо зайдет, нормально. Вот очень хватает. вот я переоценил ледяную палицу пересмотрел взгляды на нее. И из всех сейчас в данный момент представленных ледяных оружек, наверное, все-таки на первое место она перебивает топор и выходит вот именно ледяная палец. Потому что вот эта заморозка раз в 4 удара неплохо заходит на хромовников. Вот именно для подземелья отрекшихся хромыши, разъяренные хромыши, вот-вот вещь. Особенно если комбинировать ее с оглушающим ударом. У тебя есть более-менее прокачанный оглушающий удар. Комбинацию ты начинаешь с оглушающего удара. К четвертому удару оглушающий удар слетает и залетает заморозка. И вот так можно его хреначить чуть ли не до конца. Спокойно, хорошо оно заходит. Прекрасно себя показывает. Жалко уже с севера в последний раз, когда мы ходили, ни одна штука не упала. Что-то мне подсказывает, что лут на севере не рфанули. Хотя, может, это и не так. Нам просто очень сильно не повезло. Тут не угадаешь. Тут надо ходить не один раз. По броне. Я понятия не имею. Я не помню, что там валяется. Придется собираться, как будто бы там ничего нет. Сюда, кстати, эти шмотки лучше не ложить. Здесь чисто лук и подобное. Надо улучшить вот такие шкафы хотя бы на один уровень. Вон сколько места открывается. Замечательно. Не то, что в игре, которая есть на канале. Как она называется? Смотри, как забываю. Dead Blood. Вот Dead Blood. В Dead Blood мы улучшили базу. Там всего 4 ячейки. 10, 5, 5, 5 ячеек открылось. Вот так. Было вот так. Стало вот так. Пиздец. А здесь один раз улучшил, все замечательно, в два раза больше. Прекрасно, прекрасно. Ящик для еды надо улучшить, я вот к чему веду. Чем будем бить Зимборга, это уже решим, если дойдем до него. А пока берем щит. Причем возьму целый, не буду брать поломанный, не хочу. Ну смотри, что на первый этаж, но уйдет три скимитара, я думаю, дошипарик. Уж чисто с пройдем на второй этаж. Пойдет уже коса, пойдут уже два скимитара. Подожди, нет, три скимитара. кимитара. Крейгмейстер третьей заточки я положу на храмовников. Топором, я думаю, положу проклятых рыцарей. Я так, с избытком беру. Пусть там сверху подземелье валяется. Оно кушать не просит. Лишний раз не плачет. Пусть лежит. Оно не мешает. Касаемо Эзенборга это проблема большая, потому что бить его толком нечем. Возможно, из пятой заточки как раз на него и уйдет. Хотя не хотелось бы. Из все-таки я предпочел бы потратить в, в, в по стелсу. Туда он зайдет хорошо. 190 урона. Клевца в конце концов нет. Ядовитого кинжала нет. Может подземки от рекуши что-то и валяется. Посмотрим. Давно там не были. Именно сверху подземелье. Ну как давно? Недавно были, просто я уже забыл. Я уже забыл, что там валяется, вот и все. Смотрю я на это все и пытаюсь увидеть драгоценный камень среди множества бриллиантов. Ну да. А ничего тут больше и нет. Да, и ледяной меч возьму на всякий случай. Чтобы, так сказать, душа была спокойна. Что можно взять из брони? Чтобы со вторым слотом не ебаться, предлагаю сделать... Э два бронзовых грудака. Да, уйдут материалы. Ну, багряная охота же идет. Вот мы с вами и пофармим, я думаю. Так что давай, хрен с ним. Два бронзовых нагрудника. Штаны. Ну вот на штаны я уже не буду тратиться. Я штаны сделаю поэкономнее. Можно вдариться в медные доспехи. Наверное, даже нужно. Давай. Хорошая броня. Меньше уйдет хила. Как же давно я не, не бегал в таком сете, честное слово. Медь с бронзой – это что-то очень редкое для меня. Куда-то туда относит к, ко временам начала игры в Гримсол. Потому что ну, последнее время мы вообще подобное не делаем, чтобы штаны из меди – это пиздец. месяцами, по-моему, не делали мы штаны медные. Не припоминаю. Если бронзовые, да, то вот бедные вообще нет. Просто потому, что медь не фармили. 340 брони. Этого более чем достаточно для второго этажа. Для первого этажа можно вообще кожу использовать. Да, я, пожалуй, и буду ее использовать. И, между прочим, заберу чертеж э, шлема. Посмотрю, с чего он делается. С превеликим удовольствием. Две э, толстые ткани. Четыре веревки и семь простой ткани. А, то есть полностью идентичен... прекрасно, слушай. Полностью идентичен обычной коже. Великолепный сет. Просто великолепный сет. Прекрасно, все хорошо с этим. Вот в, в этом моменте вообще никаких а, замечаний или слов у меня нет. Хорошо сделали, молодцы. Крафт один в один. Я давно об этом говорю. Дав... Вот это давно надо делать. С, с любым, неважно какой сет, если у вас железо, пусть оно будет по крафту как железо, но отличается каким-то эффектом. В этом и прикол э, боевых пропусков, багряных охот, испытаний вот таких в играх, которые обычно платно делаются. Что ты достигаешь какой-то награды с большим трудом, но эта награда используется потом, ну, во-первых, хотя бы, даже если не повседневно, то ну раз, блять, в неделю ты ее можешь сделать. И вдобавок имеет какой-то, ну даже если мелкий эффект, да, но по крафту оно либо дешевле, либо такое же. Вот сейчас начали менять э, взгляд на сеты в гримсол. Если до этого был э, такой момент, что ты фармишь, чтобы потом еще больше фармить багряную охоту, то сейчас ты фармишь, чтобы выбить себе сет, который ты в целом можешь использовать повседневку. Что вот предыдущий комплект доспехов, да, что вот, вот новый сейчас, который есть, тоже хороший показатель. Полностью кожа, но при этом ты имеешь два дополнительных эффекта. Прекрасно, прекрасно. Это, между прочим, упал чат. Поздравляю вас. Ой, пиздец. Охуенно. Все, до свидания, чат. Работаешь. Работает. Ничего не треснул. Ой, бля. Да, охуенно. Крисы можно взять, 50 урона со скиллом одержимых а, с двух ударов отлетает. Да и рыцаря прибить можно. Можно, да. Если нужны баночки с мозгами, лучше идти в обычку в геройских под... А, да, серьезно? Да? Блин, тогда, наверное, в обычку надо сходить. А пойдем в обычку заходим? Давайте в обычный отрекшись. Мы давно в обычке не были. Охуенно, упал чат классно, здорово. Классно, да ломай, да, нормально, похуй. Так, где еще? Что, что мы берем? В обычку идем. Сколько человек на трансле? Пять человек на стриме. Напишите, вот вас пятеро. Напишите, куда идем. А героик или обычка? Давайте так. Героик плюс, обычка минус. Пишите. Минус или плюс. Хилку такую, хилку такую, хилку такую. Ну и мясо. Давайте два стака. Раз, два, хорошо. Более чем достаточно этого хила. Даже избыток Эли взял много. Ну, Эли можно использовать во время битвы. В перерывах. Кота против ловушки. Не, я, при... я приготовился уже к героику. Поехали в героик. Я уже приготовился к героическому подземелью. Пойдем в героик, сводим похуй. Пошли в героик. Ночь на кладбище. А, а ну-ка покажи лут. Ну-ка, лут-то покажи. Понятно. О, -о, О, надо. Надо, господа товарищи. Надо. Надо в любом случае, просто потому что нам нужен заброшенный скреп, чтобы выполнить ежедневное задание. Варианта нет. Нет у нас с вами варианта не идти. Придется, придется зайти. Подожди, ну, что? Как локация называется? Ночь на кладбище? Если это ночь на кладбище, то мне придется подготовиться немножко по-другому. Ночь на кладбище, ночь на кладбище, ночь на кладбище. Это, по-моему, там, где приходят волны мобов, да? Если я не ошибаюсь. Волны, волны, волны мобов. Вроде как так. Ладно, подожди, похуй. Похуй, пусть будет. Поедем на север, сделаем насрать. Сейчас еще идти туда, что-то пере... обратно переодеваться, переобуваться. Ну и вон нахуй. Потом на север съездим. Не беда. Поехали. Куда бы чат-то поставить? Давайте как-то вот сюда его приземлю. Все, надеюсь, не упадет. Побежа, энергия. Ну, нормально пошли. Пойдет. Ну и поехали. Я думаю, уж пройдем быстро, героик. Красиво зайдем, красиво выйдем. Главное, чтобы не упали. Мне кажется, очень мало материала взял. Это, между прочим, последний добытый нами короб. Главное его не потерять. Надо было взять черный портфель. Ну да ладно уж все. Что взял с темы иди? Ключи здесь должны быть. Они, собственно, здесь и есть. Малук я с собой прихватил, прихватил героический режим. Уменьшение хп и радиус обзора противников увеличен. Ну, радиус обзора противников, да, неприятно, а уменьшение хп для нас не сильно чувствуется, потому что у нас 122 хп. Сильно на нас это не повлияет. Только на боссе будет, может, неприятно попасть под гильотину в средних доспехах. А под средним я имею в виду 500-600 брони. Там, да, будет очень грустно, если сделать что-то не так. Можно тратить клейморы поломанные, скимитары поломанные. Даже не можно, даже нужно. Все... А, нет, подожди, не все. Часть предметов мы обязательно выкладываем. Такие как лук, такие как дополнительные комплекты брони. Здесь они просто не пригодятся. Один сет дополнительный я возьму с собой. В плане оружек, ну вот я возьму с собой обязательно косу на первый этаж. И, конечно же, скимитары, 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 скимитары. И все, только скимитары. Остальное брать, Да не буду. Зачем? Не вижу в этом смысла. Есть, по-моему, скимитар. Треть... Да, третий заточки скимитар. Можно потратить на прислужников. Есть топор. Причем целый. С топором все хорошо. А здесь? А, пер... Надо бы побыстрее в подземку зайти, потому что у кошки навык-то работает. Время-то идет. Да, сапоги... Нет, не трогай. Сапоги не надо. Сапоги... Зелье удачи на нас. Ебать, быстрее. Зелье удачи же висит. Чат тупит что-то. Привет, 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 привет. Кладбище, оно как склеп, только по поверхности. Я вспомнил, что такое кладбище. Вспомнил, вспомнил. Все, давайте, я сосредоточусь на прохождении подземелья. Садись, отдыхай, а я пошел. 236 брони, в целом бояться нам нечего. Главное только аккуратненько, быстро, красиво, хорошо. Здравствуйте, товарищи. Как же давно я вас здесь не видел. До свидания. Выбираем право-лево, право-лево. Наверное, вот сюда. Наверное, вот сюда. Надеюсь, что правильно. Надеюсь, что это путь-дорожка к финальной комнате. Быстрее пройдем первый этаж, быстрее дойдем до второго. А на втором-то уже будет... Поинтереснее, потому что, опять же, стрелочку мы с вами не взяли. Хотя возможность была. Вроде как у меня есть свиток призыва отшельника. Как вы могли заметить, я данной возможностью не воспользовался. А, э, ничего страшного. Как бы, бакряная охота. Сейчас пофармить любое количество мобов это только за радость. Это нужно делать. Это вот просто реально нужно делать. Нужно фармить мобов. Нужно копить очки багряной охот. Уже 20 уровень. Уже добыли один чертеж. Шлем. Прекрасно, хорошо, замечательно. Надо идти дальше. Еще как минимум 4 шмотки есть. И вообще нет гарантии того, что они выпадут с следующих сундуков. Вот это огромная ошибка. Потому что да, я сразу же забыл о том, что... О, товарищ подошел. Спокойствие. Коса ужаса нам помогает. Коса ужаса нас выручает. Коса ужаса. Хорошо. Коса ужаса. Ну вот и все. Коса ужаса. Понимаешь? Коса ужаса. Вот такая она. Вот такая она необыкновенная. Хорошо, красиво выносит. Так, навык включили. Резко переключились на оглушающий удар, потому что эффективность возрастет в разы в сражении против а другие 43 урона стало от шипарика, нихуя. А так можно было. Естественно, берем осколки, берем ткань. По возможности взял бы еще и кожу, а между прочим, это тайники отрекшихся, так что эти осколки тоже придется с собой подбирать. Не забываем пить Эль как хилку вместо вяленого мяса. Желательно вяленое мясо сохранить. Чуть-чуть экономим местами. Нам здесь а, налево, потому что мобов много. Только из-за этого я предполагаю, что нам туда... Я думаю, ящик это отвлекающий маневр данной карты. Отрекшийся опять идет. Но ничего страшного пусть идет, зато у нас есть коса ужаса. Молодец. Mm -hmm. <laughs> Молодец, да. Это, это было, конечно, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Надо быть поосторожнее. Все же 250 брони. Он спокойно пробивает. Тогда три хилки. Уклонение. Уклонение сработало от зелья удачи. Ну, зелье удачи тут, конечно, рулит. Сколько осталось? 28 минут. Ну, 28 минут реально на прохождение первого этажа так точно. На прохождение второго, не знаю, все зависит от того, какой нам путь попадется. Если попадется короткий путь, естественно, пройдем быстро. Короткий путь не попадется, хуй мы быстро пройдем. Да, я думаю, все-таки это проход к финальной комнате. Пожалуйста, не ломайте мне броню, у меня ее и так не особо много. Не хочется переключаться, знаешь, на тот сет. Э на первом этаже. Хочется первый этаж пройти чисто в коже. Не для. Ага, спокойствие. Это, по-моему, храмовник идет вообще, нет. Да, это идет осквернитель. Это идет осквернитель. Но, против него, у меня есть другая история. Это оглушающий удар и ледяной топор. Хотя я делаю это зря. Я делаю это зря потому что потому. Вот и 21-й левел подлетел. Замечательно, замечательно. Сейчас и 22-й заберем такими темпами. Сегодня сделаем ежедневное задание. У нас еще не все задания закрыты. Главное, постоянно не забывать, что у нас увеличенный радиус агра. Мобы нас видят дальше. Значит, надо быть осторожнее. ХП у меня меньше. Вот почему я еще так быстро от отрекшегося улетаю. Потому что хп достаточно мало. 90, по-моему, да, с копейками. Или ровно 90. 92 хп. А я привык уже к 122, и вот, вот этот момент может поднапрячь. Можно в какой-то определенной ситуации ошибиться. И вот из-за этого отлететь. Так что надо быть немного бдительнее. Опять же, трачу мясо в больших количествах и делаю это абсолютно зря. Это большая ошибка, за которую я потом поплачусь тем, что на боссе мне придется хилиться данной хилкой. Элем. Аккуратно постараемся войти. Не агрить прям толпу-толпу, хотя бы как-то по одному. Радует еще тот момент, что никто не встает, я хотел сказать. Ну вот, пожалуйста. Как только я начал об этом говорить, они начали вставать. Как же не хватает двойного дамага в таких ситуациях. Был бы очень сильный ему рад. Но зелье удачи решает не действовать, не работать. Не хочет. Грустит, видимо, сегодня как-то зелье удачи. Тут два бегуна, достаточно дешево. Сзади тоже встал простой какун. Ну пусть и идет, здорово. А один бегун, один э, какун. Ну и ладно. Вот ну, тут, собственно, тоже бегуны. Да. Первый этаж без, особ без особо сильных жертв проходит. И это великолепно. Половина этого уже нет, и я очень надеюсь на то, что мы идем практически вот уже у финальной комнаты. К 48 минуте э, я надеюсь дойти до финалки и уже перейти ко второму этажу. Дабы зелье удачи просто не пропало зазря, и мы с дополнительными эффектами прошли второй этаж. Но пока по насыщению комнат, по количеству противников, я думаю, что выбрали мы правильный путь. Правильный маршрут. Тут две хилки, я скушаю таких. И спокойно сражаюсь. Там, по-моему, идет медленный товарищ. Да, медленно идет. Пусть идет. Сбоку кто? Сбоку одержимый. Самое страшное, что может быть это пойдет тут, от отрекшийся и меня просто бегущие маленькие мобы зажмут. Надо не, не копить оглушающий удар. Активно его использовать. Зачем-то же я его поставил. Просто брать и использовать. И все. Все будет замечательно. Съели эль и продвигаемся дальше. Смотрим. Бочкарей не вижу, никого не вижу. Но их и здесь и нет. Первый этаж. Откуда бы им здесь взяться? Логично, что неоткуда. Спокойно забираем и идем. Медные обломки я уже оставлю в сундуке, брать их отсюда смысла не имеет. Зато перчатки выпали, смотри, не зря. Выпил зелье удачи. Очень сильно повезло, выпали железные перчатки. Уже хороший лут, причем мы до финальной комнаты это еще и не дошли. А вот и она, между прочим, да. Финальная комната, хорошо. 51-я минута, прекрасно, мне кажется, шикарно получилось. В 10 минут. О, все, четко. В 10 минут мы уложились. В 10 минут мы уложились с первым этажом, и весьма дешево, я считаю. Так, оглушающий удар пора бы использовать. Против яростного хромовника мы будем использовать топор. Там оглушающий удар как само. Ага, спокойно. Хитрый отрекшийся встал. Не надо. Ну и все. Надеюсь, в третий раз ты не встаешь. Ага, хорошо. Я тебя понял. Ты не из тех, кто хочет сдаваться, да? Ну ладно. Благо, коса ужаса весьма живуча. И абсолютно начихать на то, сколько раз он встанет. Вот это была ошибка с моей стороны, причем достаточно большая. Ладно, немножко поломаются доспехи. Это не сказать, что прям страшно. Кушаю заранее хилку, на всякий случай. Мало ли, знаешь ли, бывает всякое. Этот рыцарь умеет удивлять Я прекрасно помню и двойные удары в упор И все в таком стиле Надеюсь, стрим-то у вас там не отвалился, не упал, все хорошо Надеюсь, что стрим у вас работает прекрасно Этого я не могу сейчас посмотреть Мельком в чат кинул глаз Надеюсь, у вас все хорошо Поехали Ледяной топ... Ох, блять, вот это... Да Верно, все верно, я зазря потратил оглушающий удар. Это было просто неожиданно, я его даже не услышал. Двойной удар срабатывает замечательно. Предлагаю вот этого уже с кимитаром снести, взять шипарик и пойти дальше. Вот в идеале сейчас просто взять хорошую оружку и очистить эту локацию как можно быстрее, забрать лут. Да и пойти на второй этаж, чтобы здесь просто не торчать, не тратить лишние материалы на повторно встающих мобов. А они будут как назло вставать прямо сейчас. Так, храмовник, не уходи, вернись, пожалуйста, назад. Сейчас не до того, чтобы ты отступал. Ага, все возвращается. Прошу обратить внимание на доспехи. Я решил не отступать, решил добивать его до конца. Не знаю, использовать ли еще раз косу, ну не надо уже, уже нет смысла, уже нет смысла дочищать. Мгновенное открытие сундука, к сожалению, не сработало. Да, хватило ровно одного комплекта, и это великолепно. По прочности, слушайте, шлем... Да, по-моему, такой же. По-моему, шлем... Блядь. По-моему, шлем в прочности абсолютно такой же, как и обычная кожа. Ну и ладно. Да ты что, издеваешься? Кстати, шлем отдельно дает 2% уклонения, так что... Возможно, одно из этих уклонений это срабатывал шлем. Можно побыстрее? Быстрее открывай. Шлем, перчатки и клеймор. Слушайте, хорошо. Вполне себе прекрасно. Вполне себе чудесно. И очень не ужасно. Доспехи. Я на себя. Это сюда. Перчатки, шлем. Все это меняем. Все это берем. Все забираем с собой. Так, ну тут, естественно, мы выбираем, что нам нужно, что не нужно. Осколки я беру обязательно просто потому, что с ними уже начинаются проблемы. Капкан их делаем много, а осколков немного. Так, вы можете через браузер, кстати, смотреть VK Play Life. Вполне себе ок. Я вот, например, чат себе открываю через браузер. Через браузер чат себе открываю. Так, спокойно, у меня провод от микрофона застрял. Все, убрал. Что мы делаем? Ай, блядь, быстрее, надо же на второй этаж. Надо же на второй этаж. Я забыл совсем. Я забыл совсем, я уж подумал, мы прошли. Так, э -э, убери, 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 убери. Мы похуй убирай куда угодно, потом разберемся. Сейчас главное быстрее второй этаж пройти, пока баф висит. Чтобы получить все преимущества от бафа, зелья, удачи. Все, мы лишнее убрали, все, мы лишнее забрали. Мы вообще-то молодцы. Шлемка дай. Хорошо. Возьму с собой три комплекта доспехов. Что-то сердце мне подсказывает, что это может быть подземелье с огромным количеством тупиков. Так что я заранее немножко перестрахуюсь. Сказал я и увидел, что у меня третьего сета так вообще и нету. Да, мы будем проходить все это дело со скимитарами. Клеймор я оставляю здесь. И надо взять обязательно лук. Тут уже без лука никуда. Вот такие вот дела. Надо бы хотя бы штанишки прихватить, но я их не вижу. Мне же еще на Изимборга в чем-то идти нужно. Это хотя бы железный сет. В бронзовом сете с ним туда-сюда бегать тоже можно, но не нужно. У меня особо ядовитых-то предметов нет. Как же много шлемов и как же мало других элементов брони проходить в конце в фольверских сапогах и в шлеме пустынного охотника, такое себе удовольствие. Хотя, безусловно, багряной охоте у меня там выпали части доспехов, и можно использовать их. Можно, не означает, что нужно. А, кожа у меня есть, оказывается, на хранилище внизу, я не заметил до этого. Штаны ночного охотника, ну не знаю. Придется каким-то образом надеяться на то, что я пройду второй этаж в два комплекта. Ну что я могу вам сказать, господа и дамы? Вот так вот как-то. Надеюсь, хватит тютелька в тютельку. А если же нет, то это будет грустно. Ну, скимитаров много, ледяной меч тоже есть, крейгмейсер, два ледяных топора, должно хватить. Но должно не означает сто процентов. Так что на всякий случай катану я тоже прихвачу. Так, катана это у нас Крейг Берем. Обязательно берем. Поехали. Второй этаж. Войти. Дай бог ничего не забыл. Не знаю уж хил я выкладываю. Блять, я хилки выложил. Подожди, стоп, я, вы... я выкладывал хил. Нет, хорошо, есть синие хилки. Прекрасно, правда. Я их оставил на босса, а не на прохождение второго этажа. Ну, да, это ладно, это пустяк. Это пустячок. Опа, первый пошел. Я не прошел первый этаж, потому что думал, что прошел. Да, да, да. Да, 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 да. Минус один, хорошо. Здравствуйте. Ну, начало положено, как вы можете заметить. Коса ужаса. Как же плохо, то вот единственный минус коши. Косы ужаса в том, что когда он начинает замахиваться, ä, уже все. В ответку прилетает от отрекшегося удар. Вот это отвратительно. Вот это отвратительно. А в остальном все хорошо. Ну что ж, есть три дороги. Налево пойдешь, богатым будешь. Направо пойдешь, в комнату босса придешь. Прямо пойдешь, много э -э предметов в финальной комнате получишь. Блин, тяжелый выбор. Куда идти? Может есть какая-то подсказка, капкан? Ведет налево значит на... Скамейка тоже указывает сюда ну. Так, тут какая-то какой Квадратная комната, да? Да, квадратная комната Здесь у нас непонятно какая хуйня По-моему комната в, букв... в форме буквы Г Здесь просто тупик Я думаю, или нет, тоже квадратная комната Там темнота Ну, вряд ли идет подземелье в ту сторону Я думаю, либо центральная Либо вот эта слева Давайте открою слева что же, по пока сюда указывает больше всего. Да, круговая комната. Сразу же прилетает осквернитель. Ну, что поделать, придется его сливать. Нет, я могу его, конечно, проигнорировать, использовать окаменение, но... Но очки багряной охоты нам нужны, нам важны. Хотя дают на самом деле мало. 60 очков багряной охоты за целого осквернителя, это просто лют пиздец. Это 6 простых прокаженных, чтобы вы понимали. Это очень мало. Очень сильно мало, я вам хочу сказать. Да, я буду использовать оглушающий удар по возможности. Есть? Использую. Нету, но не использую тогда. Лучок-то надо взять во второй слот. То сыграет со мной игра потом злую шутку. Надо быть осторожным. Вот для таких моментов нужен лук. Второй слот. Есть ли смысл сливать этого моба? Слушай, возможно, да. Наверное, нам надо все-таки в ту сторону. Хотя, вот на самом деле, подсказывает мне что-то, что надо вот сюда. Где-то вот тут... Или это тупик? Отрекшийся. Ладно. Ладно, прохладно. Опа! Какой красивый двойной дамаг. И, наконец-то, мы переходим к скимитарам. Правда, они все какие-то более-менее целые поломанных я особо сильно не вижу. Хорошо, давай пойдем сюда. Но это, это, тупик. Нет, это тупики. Это тупики, надо возвращаться назад. Или не тупики. А может быть и не тупички. Вообще-то дальность их агро на меня увеличена. Это надо иметь в виду. Всегда держать в голове. А то так забудешь, зайдешь в комнату, и они всей комнаты на тебя накинутся, и все. Можно, пожалуйста, уск... или ты в ускоренном темпе сейчас бил? не похоже вот так-то на ускоренный темп сказать что я лучше с кимитаром сливаю отрекшегося да не особо как вы могли заметить не очень-то сильно и эффективно зато мясо кончается и остаются только бочки это говорит о том что хила может не хватить и это плохая новость Ай, блядь, ну что это за хуета, ты мне скажи, товарищ, а ну за что ты так делаешь? А он не выстрелил. А он, он, он просто натянул тетиву и нихуя не сделал. Почему, я не знаю, он развернулся. Он просто на ровном месте взял и развернулся, похуй, Тан танцы. Он танцует, ему нормально. Сколько минут осталось у Удачи? 12 минут, ну слушай, дойти бы до босса. С зелькой. Но вряд ли мы успеем. Я уж сильно сомневаюсь, что нам настолько повезет. Но может быть всякое. Главное, чтобы только персонаж не блеванул. Хотя, учитывая то, как мы сейчас красиво идем, возможно, с комнатами мы угадываем. Удивительно. Было бы неплохо повторить э, тот момент, когда мы прошли всю подземку достаточно быстро. Сразу же не поворачивая вправо. А, -а, а, вот это и подсказочка, смотри-ка. Может быть, а может быть и просто какая-то надпись. Смотри, вот я про этот прикол анимации говорил, когда рыцарь меч еще не поднял, но ебать, но с нижнего положения руки он начинает до тебя доставать, да? То есть, ну, он еще не замахнулся своим мечом, но урон по тебе прошел. То есть с верхней позиции он так делать не умеет, с нижней позиции он так почему-то умеет делать. Не поворачивай направо. Ладно, хорошо. Пойдем тогда вниз. Возможно, это подсказка от самой игры. Я не знаю. Обычно это просто на простые надписи, которые ничего не значат. Но, возможно, в этот раз игра действительно решила мне подсказать. Мало ли бывает. Так, отступать из-за отравляющего я не буду. Я сделаю вот так. Я потрачу. Ничего страшного. Ничего страшного. Немножко можно потратить. Да, я вот этот незаточенный скиметар уберу вот сюда. Он мне не внушает вообще доверия. Стелс. Хилка. Бочкаря можно слить, а можно и не трогать. Я предпочту его оставить в таком положении, в котором он есть на данный момент. Огромное количество отрекшихся, огромное, просто пиздец. И они наплывают, 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 без конца, без конца, без конца, без конца. С респом отрекушей не повезло сегодня. Достаточно часто встают. Бывает по-разному, бывает они вообще очень лениво встают, бывает вот активно. Сегодня более-менее активно. Ну, ничего страшного. Пока у нас есть все, чтобы дойти до финальной комнаты. Самое главное, чтобы это не оказалось длинным тупиком. Не поворачивай направо. То есть, либо нижний проход, либо вот туда. Так, спокойствие. Как это сделать? Хуй его знает. Не, он же не увидит. А. А, это здесь. Ебать. Да, хуёво. Ситуация не из приятных, мягко говоря. Где скиметар? Все, поехали. Спокойно. Глушающий удар. Хилка зря. Хилку зря взял. Хилку зря взял. Зря взял хилку. Быстрее, пока не встал. Они могут вставать по два раза подряд. Спокойствие. Ну быстрее, 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 быстрее. Долго, долго ждешь, долго. Минус один. Ждем две секунды. Первая, вторая. Похуй, не встает. Танканем, если что, ладно. Блюй, не блюешь, похуй. Пошли. Насрать, кто там вперед? Скимитарыч. Сейчас подо мной просто встает бачкари, все и пиздец, приехали. Предлагаю поменять хил. Уже опасно. Уже очень опасно. Кто это идет? Ладно, пусть идет. От того, что он идет, не беда. Так, аккуратно. Спокойствие. Под лаги это уже в самой игре. Я сам вижу эти лаги. Встают все, просто, блядь, нещадно встают. Выжигают все мои материалы. Не жалеет вообще ни капли материалов. Так, предлагаю идти сюда. Сейчас посмотрим по комнате, что она из себя представляет. И будем определяться. Это тупик, да. Это тупичочек. Минус один. И, к сожалению, мощный товарищ. Стоит отметить, что осквернитель дает 60 очков. Простой отрекшийся дает 40. Кого слить легче, как вы думаете? Конечно же, отрекшиваясь. Ну вот, значит, это путь либо к финальной комнате, либо сама финальная комната. Если мы отталкиваемся от подсказки, которая была в полу. И смотри, действительно, действительно подсказка, правда, подсказала. Не знаю, совпадение это или нет. Может быть, как-то переделали эту систему. И теперь это не просто хрень, которая пишет какие-то определенные рандомные вещи. Может это теперь реально какая-то подсказка? Ну мы наступили и да, это сработало удивительно. Мы все время шли налево и пришли к финальной комнате. Смотри, ка же не понадобилось э -э, замораживать. Это отвратительно. Да, вот я только что хотел сказать, он же может встать, что собственно он и сделал. Спокойно, не надо, 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 не надо. Не надо. Не надо, не надо, ну, пацаны, вы что? А он так и будет за мной идти или? Или, или. Ты охуел, ты чё? А, он же воскресший, да. На место он уже не захочет вернуться. Подожди, это хуевая ситуация. Отвратительная максимально. Ой, как повезло, на самом деле, с обледенением сейчас. Ладно, подожди назад, быстро возвращаемся. Воскресший же назад не отступает. Воскресший уже все стоит до конца. Он уже назад не уходит. Но только если тебя не сливанет. Предлагаю зачистить комнату просто полностью ледяным мечом. Хуево я его так слил. Прямо у прохода. просто ледяным мечом красиво. На бастард навык не поставил. Вот в чем минус. Все. Теперь я буду дамажить побольше. Два... О, плохое какое, блядь, обледенение сейчас вышло. Уклонение зато пошло хорошо. Эм, опасно сейчас входить, но я, я рискну. Я рискну, я войду. Немножко от прохода уведу, чтобы был момент для реакции. Так, уведу бочкаря. Дво... Двойного бочкаря мы не переживем. По хп сильно проседаем. брони, потому что, ну, не сказать, что сверх много. Ждем буквально несколько секунд. Можно в целом уже, я думаю, входить в комнату как-то маневрировать здесь. Все спокойно вырубаем. Особо сильно не спешим, уже спешить некуда. Баф 5 минут, босса мы за 5 минут слить не успеем. Все-таки не тактика с ядовитым кинжалом. Потребуется некоторое время. Ну, не ушло столько скимитаров, сколько я хотел потратить. Но частично что-то потратил. Да и ладно. Да, еще очень много скимитаров осталось пожалуйста, открывай побыстрее, а. Надеюсь, места хватит. Сапоги. Грудак сапоги, овес, святой Петр, три хилки, три оружки. Прекрасный лут. Просто замечательный на самом деле лут. Просто быстро забрать, быстро уйти. Сейчас мы уйдем на... Ты же никого не призовешь. И соседние локации внизу уже не пойдут. Не пойдут. Ну пусть и не идут. Я предлагаю слить всех, кто будет мешать. Сейчас мы выйдем быстренько наружу. На... И заберем остатки лута со второго этажа. Сейчас, секундочку. Мы перейдем на третий. Надо только сделать это как можно быстрее. Вот так. Вот и все. Третий зашли. Так, дай-ка я ворота активирую зельем удачи. Ну, чтобы уж процентов. Э -э Надеюсь, зелька удачи так и сработает. Ну, давай, спокойно. Никого не призывай больше, никого не воскрешай. Я быстро заберу лот и уйду. 5 секунд, и ты меня не заметишь. Оставим, заберем. Все, остальное я трогать даже не буду. Смысла никакого я в этом не вижу. Ведьму надо было слить, потому что с ведьмы дают неплохое количество очков багряной охоты, но это уже поздно. Тратить ледяной меч не охота, пусть лежит на следующие, на следующие заходы. Теперь давай определяемся, как одеваемся. А, есть, безусловно, нагрудник, это прекрасно, шлем это прекрасно, хотя на самом деле грудак хуевый, потому что он морозный. А морозного грудака, к сожалению, очень мало брони. То есть это его главный недостаток. У него меньше брони, чем у, например, огненного. И вот это может обернуться очень плохим моментиком. А штанишек нет, да? Да, придется все-таки возвращаться на домашнюю локацию. Хочет этого или нет. За штанами. За штанами придется идти домой. Ну да и ладно. Или давай я посмотрю, может быть и не придется сейчас как-то, я думаю, решим этот вопрос. Если наберу 500 брони, то в целом, наверное, так и пойду. Да, есть 571 броня, слушай, давай пойдем так. Я уж не буду добирать э, штанишки, будем действовать аккуратно. Чем мы по итогу бьем Азимборга, я так и не решил, да? А потому что я не взял с собой ничего, чем можно бить из Я с собой взял все для прохождения, но все равно придется вернуться. Да, придется вернуться, чтобы взять что-то для Зимбурга. Молодец. Надо было взять с собой заранее спадон. А, да что ж ты будешь делать? А можно, конечно, бить его краемейсером третьего уровня, но это очень долго. Это очень долго. Вот эти вот ходы туда-сюда. Все вот это вот. Так что, думаю, лучше все-таки возвратиться назад. Взять материалы. И уже продолжить с ним драку с неплохими материалами. Топорик мы оставим на следующее прохождение. Пусть лежит здесь. Третьего уровня скемитар мы можем использовать на его прислужников, заходит. По-моему, неплохо. 93 дамага. Должно заходить хорошо. Клеймор я беру с собой, капканы беру с собой. Сейчас главное распределить все материалы. Все, что уже здесь не нужно взять. Все, что нужно оставить. Бронзу забираем. Осколки можно было бы и сохранить. Крейгмессер, третий заточки. Ну, либо крейгмейсер, либо скемитар, но у по скорости выигрывает, поэтому. Наверное, предпочту я все-таки его. Святой Петр мы берем с собой, мы не будем его использовать. Проиграем, проиграем, не проиграем, не проиграем. Будет все зависеть от навыков наших. Как пойдет, так пойдет. Сапоги. Сапоги, конечно, бы лучше... Ну, я не знаю, снижает урон от ловушек, толк от них. Когда есть уже код, лучше использовать как броню. Пусть используется как броня, не беда, не страшно. Доспехи мы оставляем здесь, они здесь пригодятся больше на следующие прохождения. Придем, зато будет что-то готовое, будет какой-то маленький уголок с доспехами. Приятное удивление будет на следующем прохождении, например. Остальное вроде есть. Хилку надо запомнить, что взял. Надо взять с собой фуловый хил, чтобы противодействовать его волнорезу. Остальное, Остальное в наличии есть. Так, материал остаток забираем. Ну и с этого сундука, естественно, тоже все, что нам необходимо, берем. Что можно еще оставить? Ну, раз скеметар буду использовать, то оставляю его здесь. Все, поехали в сторону базы. Надеюсь, энергии мне добежать хватит. И у меня есть баночка энергии, я могу спокойно ее использовать. Ну, либо наехать до лошади. Но, естественно, я не буду тратить лошадиную энергию, я съем целую баночку. Нам еще сегодня нужно, потому что ехать на север. А вот это весь овес, что у нас есть... Вообще вводить северные задания, я не знаю, ну такое. Ну, в плане багряной охоты. Потому что, ну, во-первых, не у всех открыть север. Во-вторых, да, безусловно, есть локации, на которых находятся эти мобы, но попробую их тоже выбить. Не всегда получается их выбить. Тот же самый склеп, он ну, падает далеко, не со стопроцентным шансом, это надо понимать. И чтобы найти этих чумных разбойников, прям конкретно должно повести так, что я даже и не знаю. Ну и вот мне, например, это сто процентов придется из-за данного задания отходить достаточно часто, причем в подземелье истязателей. Просто чтобы держать уровень овса. Вот и все. Так что касаемо этого задания, большой вопрос. Под большим сомнением. Было ли это грамотным решением вводить задание севера? Я не против в целом усложнений заданий. Но это не выглядит как усложнение задания. Это скорее выглядит как. Просто повышение уровня этапа прохождения квеста. Как бы уже для более прокачанных игроков. Так, это сюда. Свиток, надеюсь, в тот ящик влезет. В, ну да, в лес. Можно сказать, что в лес. Но нет, ни хрена он не влезает. Эти осколки тоже сюда. Положить все колокольчики. Не помню даже, где они валялись, если честно. Найдем для них место. Тетива у меня есть. Клеймор в заточку. Скимитар мы забираем. То есть у нас еще один скимитар был, да, в запасе. Хорошо. Сложить. Все, как же прекрасно то, что все сложилось автоматом в этот ящик. Это просто невероятно. Капканчики тут нам пригодятся. Но мы уже берем с собой не так много. 6 штучек. Или давай-ка все-таки на, на всякий случай 13. Мало ли. Бывает, как вы знаете, всякое. Так что, если что, вдруг будем готовы. Есть ягодки, значит, я могу спокойно себе позволить сделать хотя бы немножко, но баночек на полное восстановление здоровья. Это защитит меня от волнореза, и можно будет особо далеко-то и не убегать от него. Откушать просто хилку. Но если быть более точным, то всего лишь 6 волнорезов я смогу спокойно пережить. И дальше уже будет вопрос. Так что желательно слить его гораздо бы, Как можно, как можно быстрее. В идеале. Ну и самого мощного у нас это исподон пятой заточки. Безусловно. Медленная атака. Из неприятных моментов это медленная атака. Ну, ничего страшного, знаешь, медленная атака, ну, пусть, ну, и хуй с ним. Медленная и медленная. Это убираем, эспадон мы ставим и имеем 190 урон. 190 более чем достаточно. Шипарик убираем, ставим вместо этого дополнительный урон в капканах для его прислужников. Надеемся на то, что вставать они будут гораздо реже. Кстати, удобно перемещал по навыкам. Раньше тут я этого не замечал, либо замечал, но уже просто-напросто забыл. Поставил я охотника, сделал я это абсолютно зря. Надо было не охотника ставить, ну да ладно, надо было поставить траппер для дополнительного дамага в капкане. Но уже поздно. Уже, уже очень сильно поздно что-либо менять в этом моменте. Осколки не помещаются. Удивительно. Вот она, хижина отрекшихся. Надо было использовать. Да, без... Ледяной меч ставим здесь. Могу использовать копье, но смысла это не имеет. Можно против его прислужников использовать, но, естественно, я оставлю данное копье на прохождение Вагенбурга на сильных мобов. Хотя даже не знаю, с одной стороны вот можно, а с другой стороны какой смысл в этом. Давай возьму с собой быстренько его прислужников тоже сливану. Но просто броню повреждать в Вагенбурге я думаю, мы в ближайший Эгенбург с вами попробуем по пройти новыми свитками скелетов, и эта штука нам там не пригодится. Я бы больше эспадон сохранил, нежели что-то другое, но все равно это у нас наталкивает на достаточно большую долгую битву. Не хотелось бы. Интересно, копье вообще хватит от этого копья. Если что, я возьму с кемитар... Нет, я спокойно, я их с кимитаром третьей заточки спокойно сливану. Это особо не имеет значения. Или давай хуй с ними. Давай, на всякий случай. На всякий случай, пусть валяется, не беда. Что еще? Доспехи. Штаны нам нужны. Штаны нам важны. Вопрос какие? Давай, вот эти возьму, ладно, пусть будет. Пусть будут эти штаны. И давай на грудник поменяю тоже. Грудак уж слишком убитый. Возьму целый. Точнее, наоборот, полом, или давай целый, возьму хрен с ним. Ну, вот это уже. Нет, это не другой разговор то же самое практически 596 брони. Ай, ладно, хуй с ним. Будет ошибка, значит, ляжем. Не будет ошибки, ну, значит, не ляжем. Все просто. Естественно, выбор между проклятием и сдерживанием. Слушайте, в данной ситуации, мне кажется, лучше взять сдерживание. Меньше атакует, лучше для нас. Пусть будет так. Мандрагора, разумеется, куда без нее со спадоном. Желательно желательно прихватить. Ну и... А, фуловые хилки, оказывается, в большом достатке у меня валяются. 20 штук, тогда похуй. Более чем достаточно. Пока можно хилиться бинтиками, но постепенный хил проще. Проще, лучше, быстрее, веселее. Фуловые хилки по 100 у нас есть. Желательно вместо фуловых хилок по 100 взять что-то мелкое для сражения с его прислужниками. Ничего мелкого у себя я не вижу, кроме как мясо. Мясо можно использовать... Надеюсь, воду я восстановлю другой хилкой. Предлагаю сейчас немножко попить воды. Давайте это сделаем, где она. Хорошо. Все, все прекрасно. Броня дополнительно еще от Волка есть. Щит на меня не работает, потому что двуручные орудия в руках. Но, нет, хуевая идея. Между прочим, очень плохая идея. У меня будет 92 хп. 92 хп на 597 брони. Если я облажаюсь с гильотиной и буду на втором этапе среза уроном его, он меня ваншотнет. Подожди. Дай-ка я немножко подниму броню, не делая это. Если он ваншотнет, тут хреново будет. Так можешь штаны тогда использовать, бригантину. Ну, слушай, это все хочется сохранить, конечно, для... Ох, ой, хуй с ним пусть будет. Пусть будет насрать, да, похуй, он особо сильно не дамажит. Вроде бы взял все. Надеюсь, всего этого хватит. Поехали. Яда нет, есть ядовитые зельки, но их слишком мало, и использовать их не особо хочется. А, стоп. Возвращаемся назад, убираем волка на броню. Есть у меня одна интересная история с ядом. Вот, правда, не сыграла бы эта история со мной злую шутку. А заодно и проверим, сыграет или нет. А берем его с собой. Он все-таки мастер использования ядов теперь у нас. Даем ему страшную вещь. Берем еду. Хорошо покормили, взяли. Все. Машина готова. Он уничтожил его. Самое страшное, что он передамажит. Вот это единственный момент. Он может его передамажить. Что будет, если он его передамажит? Просто призовутся сразу два прислужника, и мне придется с ними одновременно махаться. Вот это этот момент самый такой неприятный будет. В остальном насрать. Зелье удачи забыл. О какой зелье удачи? Зелье... Короче, зелье. Какая разница, какое. Так, возьми вот это. Зелье энергии. Где оно? Где мое зелье энергии? А вот оно хорошо. Хорошо, Алексей, Святой Петр не ем. Вот прям так. Упаду, упаду, не упаду, не упаду. Все, заебись. Какой же Святой Петр, зачем? Побежали. Бежать. В сундуке были перчатки синие, а мы их не забрали, подожди. Не забудь ведьму. Такие подсказки были всегда, да? А раньше же, вроде как, просто письмена какие-то, и все. Завис стрим. Все, не работает стрим. Конец, пиздец. Дайте посмотрю. А, нет, вот подгрузился. Подвис, видимо, на, ми на минутку. Спасибо большое за информацию. Эх, жаль. Жаль, что подвисает. Жаль очень сильно, что он подвисает. Нам надо еще с вами взять скимитар третьей заточки. Я же не увез его с собой, правильно? Уф. Молодец, Волк. Именно это я и хотел сказать. Я же не увез скимитар третьей заточки с собой. Ведь так? Ведь так? Хорошо, молодец. Молодец, что не увез. Ну что ж, надеюсь, хила мне хватит. Тютелька в тютельку. Хотя вопросы есть. Ну да ладно, похуй, поехали. Хватит, хватит, не хватит, не хватит, погнали. Сколько можно тянуть кота за хвост? Иди сюда. Быстрее. Только войди, пожалуйста, вместе со мной в подземелье. Я тебя прошу, я знаю, у вас есть вот такая привычка бросать. Да ты заебал, блядь. Ну вот как нахуй вот с этим работать, скажи мне, пожалуйста. Вот что мне делать в этой ситуации? Ох, ебаный свет, блядь. Так, так. Ай, блядь, великолепно! Просто чудо! Невероятно! Вот это класс! Вот это да! Вот это волк! Вот это всем волкам! Волк! Чудо просто невероятно! Это невообразимо! как неожиданно, приятно, здорово, просто заебись. Это просто чудно. Вот скажи, вот как, вот скажите мне, пожалуйста, вот как, вот четко же должен был войти, но нет. Но не, а почему? А потом я подумал волнорез, я уже готов был нажать фуловую хилку. Я поставлю заранее капканы. Ну мало ли бывает всякое. Я думаю, 6 штук вполне себе достаточно. Ага, похуй. Спокойствие, 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 спокойствие. Не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо. Аккуратно, аккуратно. Ничего страшного. Тут можно спокойно, открыто с ним сразиться немножко. Как ты видишь, Аторуса сносит просто в щи. Ну, потому что 93 дамага. Не особо мощный товарищ. Аккуратненько. Мы никуда не спешим. Делаем все осторожно. И все будет прекрасно. Навык. Отходим. Не беда. Аккуратно. Чуть-чуть чуть потерял управление. Не беда, опять же, все хорошо. Уводим наверх. Используем скимитар. Отходим, 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 отходим. Кружочек, кружочек. Капкан не наступаем. Господа товарищи, не надо. И все. Никуда не спешим, все хорошо. Но вот единственный момент, что вот этот щитовик ебать мозги будет. Скорость бега у них одинаковая. Можно как-то попытаться водить вокруг ящика, но это дело бесполезное. Прям совсем миллиметр получается выиграть. Видишь, он идет за ним по пятам. Здесь единственный момент, что можно дать попробовать Азимборгу ударить. И в момент его удара он именно на гильотине встанет. Возьмет паузу, просто возьмет микропаузу, и вот в этот момент выйдет на меня щитовик вперед. Вот так можно выиграть. В остальном, как ты видишь, нет, он прям по пятам за ним ходит и ходит, ходит и ходит, блядь. Как его атаковать? Только вот такие ми микромоменты по одному удару. И спокойно получается это сделать. В остальных моментах, ну, просто придется танковать еще и Зимбургу в ответочку. Чего делать, конечно же, не хочется. Вот можно было сделать два удара. Очень... Хорошо бы получилось, но... Но есть но. Вот здесь Зимборг по мне, наверное, успеет ударить. Нет, не успел. Хорошо. Скимметар прекрасно справляется. Единственный момент, что... Мне не так много уже оглушающих, я смотрю, капканов, да? Я сделал два удара, ладно, хуй с ним. Главное не получить в половине хп волнорез. Не страшна гильотина, страшен волнорез. Потому что волнорез сам по себе достаточно... быстр по сравнению с гильотиной. Гильотина требует некоторой подготовки, ты успеваешь заметить анимацию. А если более-менее ты уже привык к гильотине, он идет, 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 идет гильотиной и резко вытаскивает в свой волнорез, то это обычно неожиданно и по хилу иногда промахиваешься. Редко, но бывает. Я не буду делать по два удара, но ну, нахуй. Я подумал, подожди, стоп, я подумал, босс э, вверху, блять, капкан забрал, мышь. Поставь капкан, пожалуйста, еще один. Не хочется потом, когда вдвоем, втроем встанут, капканы расставлять, ходить тут. Будет не очень удобно. Я добегу до того края локации, пусть центр выйдет, в центре его сливать удобнее. Открыть инвентарь, поставить капкан, естественно, переключиться на эспадон. Вот это очень отвратительно, потому что может немножко не так пойти дело, как хотелось бы. Эспадон, хилка, естественно, фулловый хил. Ну, как бы гильотина, сами видите. Ну, вот так. Вот такое дело. Достаточно спокойно пролетает. Да. Опа! Спокойствие. Аккуратненько. Ядовитый товарищ. С ним нельзя перебарщивать. Вот этот... Э он, 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 хитрожопый. Он хитрожопый за счет своего яда. Его можно недооценивать, дать ему настакать огромное количество яда и от этого на самом деле быстро отлететь. Тоже редко, но очень метко. У него яд очень сильно дамажный, хороший яд. Как бы видите, показалось бы, да, сколько раз он по мне попал, а он уже нихуево дамажит. Ну еще вдобавок под, под лоу хп у него урон увеличенный с руки. Начинают очень больно бить, поэтому лучше его бить с некоторыми паузами, либо бить через э, капканчики. Через капканчики тоже хорошо заходит. Ну и самый последний, это оглушающий, но с ним легко, потому что есть капканы. Если бы капканов, конечно же, не было, было бы достаточно проблематично. Так, кушаем хилку обязательно. Смотрим на его сет-атак. Не стесняемся использовать как можно чаще навык. Все, видим, что выходит у нас самый главный. Отходим и ждем его у первого капкана. Я рискну, я буду делать по три удара. Уведу его в этот угол. А Изенбургу достаточно много времени потребуется, чтобы обойти. Мы спокойно это сделаем до этого уголка. Ну, как бы вот так. Спокойно, красиво, хорошо, даже чересчур переборщил с капканами, но это на всякий случай, если вдруг кто-то решит встать. Можно скушать последнюю мандрагору, можно ее, собственно, и не есть. Отступить у меня есть куда, поэтому я не особо боюсь. Единственное, что может быть неожиданным, это волнорез. Вот он встает повторно. Это неожиданный сюрприз. Я для этого, собственно, капканы и ставил, чтобы потом просто не бегать с ними двумя и по одному капканчику не расставлять, тратить на это время. Лучше заранее поставить дополнительные капканы и потом просто не ебаться. Хуево то, что встал в капкан, безусловно. Ничего страшного, подождем. Не проблематично. Немножко его обгоняет, поэтому они. Чуть-чуть друг за дружком меня не, не успевают. Капканчик попал, все отлетел. Я думаю, третий раз он уж точно вставать не захочет. Но по крайней мере я на это надеюсь. Конечная мандрагора. Мне вниз проще отбегать. Отошел. Я не просто так ем дополнительно хилку каждый раз. Еще один стал. Ничего страшного, это щитовик. Мандрагора пока висит. Можно спокойно поспамить по нему. Но, как ты видишь, уже все. Начинается вот эта ходьба за ручку. Полтора часа теперь надо будет ждать, пока он отойдет немножко вперед. Но вот это было опасно. Надо хилку все-таки кушать на половине хп. Можно потом словить отсутствие работы интерфейса. Ну, я имею в виду вот этого тупника, когда ты по хилу нажимаешь, а он не срабатывает. Ну, либо промах. Или-или. Достаточно долгая битва. Все на самом деле из-за Голонда. Когда есть баф на скорость бега, э это лучше. Знаете почему? Потому что голланд, ну, немного быстрее айзенборга, как вы можете заметить. И когда у него есть баф, он, ну, естественно, быстрее него. Да, Зимборг тоже сам немного быстрее становится, но все равно. Гоунд как-то все-таки вперед вырывается. Там попроще. Там быстрее вот эти моменты с круговыми хождениями, вот это все происходит. А здесь приходится ждать. Ну ладно, вот так сделаем, рискнем, не беда. Половина из подона ушла все-таки. Хилка, хилка. Все спокойно, хорошо. Отходим, не борзеем. Добить мы его всегда успеем. Хилку кушаем, потому что, опять же, может быть, волнорез. Он умеет удивлять своими рандомными атаками. А вот и ты, псина. Здорово, как-то охуенно мне помог. Спасибо. Спасибо, я не зря тебе взял. Надо было немножко помедленнее войти в эти ворота. Тогда бы он вошел вместе со мной. Ну что, падает нам? Навык уникальный. Неустрашимость. Первый левел. Где. Вижу. Снижает время действия эффекта страха на 4%. Ну, есть и есть. Я на этот навык могу сказать так. 8 овса, сапоги, шлем. Э, какой шлем? Это щит. Щит, кстати, неплохой, оглушающий, по-моему, нет. После применения уменьшает физический урон от всех от... А, нет. Уменьшение физ. урона. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, но лут... Ну, максимально грустный. Давайте так. Один навык хорошо, но, ребята, это героик. Это героик. Конечно, в истязах мне дали бы гораздо больше. Ну, знаете, ну да, правда, очень хреновый лут. Единственное, что я могу отметить, прям, ну реально бодрая, вот, действительно хорошая, это вот, вот это. Это действительно редкая вещь, но более-менее. Ну и овес. Топор неплох, но топор не сравнится ни с кимитаром третьей заточки, не уж тем более с эспадоном пятой заточки, поэтому ну, это обычная, это обыденность, вот это обычная база, это должно быть здесь, оно как бы и было, и оно здесь и есть, это не лут, то есть, да, подобные вещи, вот три типа оружки, там Крис, что-то еще и что-то еще, и вот, вот оно. оно. падает здесь, нормально, обычно. Тем более, это героик, ну и сапоги. Сапоги зимние, меньше брони. В основном сила в защите от холода. Ну, короче, такое. Свиток изгнания одна штука всего лишь. Свиток контроля второго уровня и свиток дождя. Грустно. Грустно, печально, некрасиво все это выглядит. Очень даже плохо. Единственное, что можно реально похвалить, это навык. Но, и, и знаете, я бы был доволен. Хотя бы двумя. Вот, ну, реально, хотя бы двумя уникальными навыками с данного захода. Но, к сожалению, нет. Как-то уж отрекшиеся упали по луту в последних обновлениях. И истязатели, безусловно, занимают первое место в плане лута. Вот, ну, как бы 100%. Как минимум, оттуда падает овес в большом количестве. Овес на данном этапе игры важнее. Очень многих мелких предметов, да. Все-таки отрекшиеся это первое подземелье, а не позднее. Так что, истязатели... Ну, мне кажется, даже в истязателях, если на втором этаже очень сильно повезет, очко багряной охоты выйдет и побольше. Так как встающий повторно рыцари, они свое делают. Но и, безусловно, там затрат больше на этих рыцарей. Это дело немножко несравнимое. Но в плане лут... Ну, бывает, конечно, да. Может выпасть нагрудник хорошо в отрекушах на уклонение. Это, это, вещь великолепная. Но, как вы можете заметить, мне сейчас не повезло. Эспадон мог бы пойти в Вагенбург, но успешно не пошел. Как, собственно, и этот заточный скеметар. Ну, скеметаром бить в Вагенбурге кого-то это дело через капканы. И то очень достаточно долгое. Не самое лучшее. 90 урона там. Это начальный базовый уровень. На которую надо опираться А остальное, ну ладно, хорошо Выпало, как выпало, выпало, как выпало А главное, мы с вами прошли от рекуши Ищем положительные как, Плюсы, положительные моменты Нам выпал навык, и мы прошли от рекуши героек Не потеряли короб, и это хорошо Я думаю, в следующий раз мы пойдем с вами В истязатели в истязах количеством берут. Ну, надо отметить, надо отметить, конечно, безусловно, что на первом и на втором этаже, на втором этаже в особенности, мне выпало хорошо. Бывает, падает гораздо хуже. Так что второй этаж подземелья отрекшихся сегодня приятно удивил. Но финалка как, как бы внесла немножко ложечку, ложечку соли в наш с вами сладкий суп. Что-то такое вот примерно произошло сейчас. Ну, ладно. Ладно, прохладно, ничего страшного. 8 овса. Как-то уже вот при прохождении ждешь и ждешь и ждешь и ждешь, чтобы побольше да побольше его было. Исходя из привыкания к истязателям. Так, ты... Ага, нет, ты прокачивайся. А ты уйди с глаз долой. Иди сюда. Иди сюда, собака с броней. Пойдем. Такая подстава просто от волка. Причем, если бы волчонок зашел, может быть, реально намного быстрее слили за счет яда. Но, но есть но. Но есть но. такое вот говно. Так, забери сюда, положи. Сюда, сюда, хорошо. Капканы мы сохраняем, не так уж и много их ушло. Ну и главное, копье не тронули. Копье прекрасно, копье чудесно, пусть... Так оно здесь и лежит. Ну и ну, ему, ему уже все. Этот спадон уже использовать только по стелсу, и то надолго его не хватит. Спадон быстро отлетит. Очень-очень быстро. Так, ткань мы кидаем на обработку. Нам нужно выполнить ежедневное задание. Оно у нас еще не выполнено. 22 уровень практически взяли. Ежедневный квест, охота на чумных разбойников и сделать какую-нибудь оружку. Сейчас сделаем. Надо только на хранилище сначала забрать кожу. Уж больно, у нас ее много. Так, зелье окаменения, медовых пряное вино. Кожа, кожа. А, есть и готовый вариант, и есть готовая кожа. Это готовая ткань, точнее, давайте заберем и это. И не готовую я тоже заберу. Пусть уж на хранилище... А, оказывается, у меня прям вот так, да, все? Смотри-ка, что-то накопило. Неплохо. Неплохо, очень хорошо. Есть же еще необработанная кожа. 120 штук было, нет? А, 151. Я вот так заберу. Сильно много брать, естественно, не буду. Пусть оно там лежит. Как вы можете заметить, в определенный момент времени это может выручить. Пусть лежит дальше какой-то такой запас неприкосновенный, который вот валяется, никому не мешает, ничего не трогаем. А потом, когда нужно, открываем, достаем и радуемся. Потому что в какой-то момент не вытащили все. Хорошо, хорошо, хорошо. Иногда просто забываешь про эти материалы и идешь фармить. Что тоже, безусловно, плюс. Не сказать, что их прям сверхъестественно большое количество, но тем не менее. Смотри, что мы делаем. Мы делаем шипарик, а тем самым мы закрываем квест. Это, во-первых. И делаем не один, не два, и не три, а четыре. Перебор. Перебор, потому что в повозке все-таки шипарики у меня имеются. Шипарики в повозке у меня есть. И есть вилы. Пиздец. Так, подожди, стоп. А этого более чем достаточно. Слишком много. Шипарики обладают прекрасной прочностью. К ним вообще вопросов никаких. Шикарная вещь, шикарная новинка. Ничуть не жалею, что взял. Прекрасная штука. Прекрасный чертеж. реально хороший пример того, что ты ебашил в багрянку и вот оно выбилось, и ты ее используешь на постоянке. Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Вот вот такими багряные охоты и должны быть, я считаю. Что мы делаем? Мы готовимся к северу. Но как мы с вами поступаем? Мы берем северные предметы, чистим одну локацию и на этом завершаем, я думаю, стрим. Но при этом с севером мы не уезжаем, дабы не ушел за зря овес. И следующий стрим мы начинаем уже с севера. И давайте-ка я почитаю чат, а то я что-то совсем увлекся игрой. А про чат ты забыл. Так, читал, читал, читал. читал. Неустрашимость хороша в Вагенбурге. Тайную комнату ты не смотрел, а пошел ты именно за... А тайная комната есть? Да, да спойлерите, спойлерните мне, есть тайная комната или нет? Напишите, есть тайная комната или нет. Добавили, не добавили? Если есть, я схожу. Не проблемка. Пять секундомерчиков займет. Я забыл про это совсем, да? Сегодня нашла... А, есть тайная комната. Ну все, тогда я пойду схожу. Ладно, сейчас, секунду. Зря тогда разделся. Ам... Тайная комната, да, говорите? Сейчас, секунду тогда. Тайная комната. Это пока пусть остается здесь. Значит, с отрекушами мы еще не закончили. Ну, пойдем. Первый этаж, благо все открыто. Мобы, кстати, все... А я не знаю, может и повставали. Да, всегда... А, все понял тогда, хорошо. Раз всегда есть, то всегда есть. Ладно, пойдем забирать. А что же вы заранее мне не сказали, скажите мне, пожалуйста. Главное, сидят, молчат, понимаешь. Сидят, молчат, никто ничего не пишет. Никто ничего не пишет. Вот и бронзовые доспехи можно... Не надо, я знаю, чем это обернется. Сейчас, блять, потратим. Никакие поломанные доспехи я с собой туда не беру. Я прекрасно понимаю, чем это может обернуться. Неожиданно откуда-то выйдет моб, меня зажмут, доспехи сломаются. И все, и до свидания. Нет уж нет. Берем более-менее новое. Хотя бы в половину. 226 брони нормально будет. Пошли. Берем хорошо. И синие хилки насрать. С комфортом красиво с ветерком пролетим. Так, павший рыцарь. Опа, здорово. Как дела? А, неустрашимость, мастер блокирования, дрессировка кошек. М -м. Ну что ж, игра меня сегодня явно балует временными мероприятиями. Ну раз такое дело, 9 минут всего лишь. Ладно, давай заскочим. Заскочим что пойдет, как пойдет. Энергии 33. Ага, надо будет на лошади съездить. Либо взять с собой банку энергии. Ай, блядь, тут же хромовники стоят, да? Или нет? А, да. О, начинается хуйня. Ну пошли, давай, ладно. Агуш, ты же мне поможешь, волк, правильно? Ты же, как бы, товарищ-то непростой, а золотой. Слушайте, пол хп с одного удара. Ну вот и щит добыл себе. Правда, он у меня и был. А, не зря взял топор. Зря хилку съел. Ой, зря хилку съел. улетает моя хилка в пустоту. Ладно. Ну все, ты остался последний. Слушай, как удобно. Одна хилка и все. Одна хилка и все. Прекрасно. Но, к сожалению... К сожалению, навык мне не выпал, зато выпала алибарда, и причем практически целая. Только вот куда ее может хватить, да толком никуда. Алибарда вещь прекрасная, универсальная, но слишком маленькая. Не надо было, блядь. Ебануться. Просто ебануться. Ну и хуй с тобой.

А ловко ты это придумал? Я даже сам сначала и не понял. Вот это здорово! Великолепно! Ну ты фокусник. Ну ты мастер. Я даже не знаю, что сказать. Вот это был невероятный шаг. Какой третий этаж? Первый. ТХП восстановил. Это было волшебно. Так, тайная комната. Предполагаю, она здесь. А, мне же сейчас чистить подземку придется дальше, да, получится так, да. Значит, маловато я с собой взял. Ну, первый этаж не такой большой, я думаю, хватит. Но это точно не тайная комната. Это что-то обычное. Ох, энергия моя, энергия. Прощай. Ага, я кота против ловушек не взял. Хорошо, будем иметь в виду. Да, Волк, зачем ты второй раз его обходишь, если у тебя и открылась способность атаки на дистанции? Почему ты не можешь силой мысли атаковать в дальнем бою? В чем твоя проблема, Волк? Не иди сюда, прокаженный. Подожди, я открываю дверь. Спасибо. А, ты чумной? Ну ладно. Какая разница? Добей, молодец. Дайте мне в ящике два доспеха. Штаны и нагрудник. Так, ну, смотри, брони там может не хватить. Открывай. Открывай тайную комнату. Здравствуйте. До свидания. Эта плитка ловушка, ловушка не считается. Она просто замедляет, поэтому можно на нее наступать. Это не беда. Ну, получается, тайная комната здесь. Здравствуйте. Я за сундуком и за тайной комнатой. Да, я что-то не подумал про прохождение еще дальше первого этажа, надо было нагрудник-то снимать. А уже все, уже поздно. Тайная комната. Но походу так оно и, или нет, или это просто тупик с большим количеством мобов. Не поймешь, вроде как они не в стилистике Хэллоуина, не скелеты, не какие-то уникальные мобы. Сейчас проверим, полу то все равно будет видно. Нет, про простая, мне кажется, тупиковая комната. Какое уж это тайна это. Так, забери, хорошо. Забери хорошо и пошли. Зачем ты съел хилку на 100 хп? Зачем, блядь? Зачем ты тратишь мои хилки? Ой. Ох, блядь. Он съел хилку на 100 хп. А нету тайной комнаты. Нету тайной комнаты, нету. Не повезло. На втором этаже тайной комнаты быть не может, только на первом, если я правильно помню, и если не было никаких изменений в этом моменте. Если не, поменяли, не, 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 ну, если не поменяли саму систему тайной комнаты, типа может она теперь реально тайна, и ее надо как-то найти. Было бы здорово, на самом деле, если бы тайную комнату действительно надо было как-то стоять, вот так ходить по подземелью, лицом в стенку. И ждать, пока навык появится. Но нет. Навсегда на первом этаже, хорошо. Хорошо, но нет. Видимо, нам не повезло. Ну, давайте я зайду в ту тупиковую комнату. Ну, обычно дверца стоит, поэтому если бы она там была, мы бы ее увидели. Вот там просто мобы стоят, там никакой тайной комнаты и не пахнет. Ничего же не поменяли, там просто дверь, да? А если так, то... Нет смысла уж дальше бегать по подземке. Ее тут просто-напросто нет. Не повезло. Ну да и ладно. Зато остаток подземелья очистили. Овес есть. Овса, к сожалению, нет. Но что поделаешь. Такова судьба. Ничего не сделать. А вы не увидите, как я готовлюсь к северу. Знаете почему? И как я закрываю сегодня четвертый квест? Потому что энергии нет. А, подожди, стоп. А, еще и медвежат надо, ебать. А, мне, еще, мне же еще до базы пешком идти, точно. Да. Да. Заперто я смогу выйти. А, ну да, точно, точно. Это же. Героик. Хотя вроде как я прошел подземку. Почему бы не открыть мне возможность выйти отсюда? Я же ее прошел. Ну ладно. Ладно, хорошо, пошли обратно. Может по пути, а тайная комната перед нами встанет, такая скажет, привет, я тайная комната. Я скажу, ну хорошо. Ну и ладно. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Где выход? Куда-то вот сюда, по-моему. Точно не помню, но... Куда-то идем. Куда идем, не знаю, хуй с ним. Либо в тупик, либо на выход. Ты, ведьма? Привет. Теперь уже нет. 40 очков багряной охоты. Ну, я дополнительный материал заберу. Как будто бы я шел за ними. Вот давайте будем. Давайте будем верить в то, что я шел сюда не за тайной комнатой, а за материалами. Так что как-то вот так. Все, направляем персонажа в сторону выхода. А ежедневные задания закрою уже без вас. Так что как-то вот так. Все, давай, иди. Пешочком. Скоро дойдет. А сегодня еще на канале и на ВК-видео. Жди э, по ссылке в описании группы ВКонтакте, там ВК-видео, если что. Ждите сегодня еще серию по Геншину, я выложу чуть-чуть попозже, как она отредактируется. А с вами был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, если есть сериях ведутся и так далее. По ссылке в описании группы ВКонтакте, поддержка канала и ссылка на Бусти. Вот такой стрим сегодня получился. Сходили на могильник, сходили на подземелье отрекшееся героическое, сходили по каким-то ивентам. И... И все. Очень даже много куда сходили. Ну и хорошо. На втором этаже был прекрасный лут в отрекушах. На первом этаже нормальный. А финальная комната немножко грустненько. Грустненько, невкусненько. Ну да, и ничего страшного. В истязателях, я думаю, что нужно выбьем так что вот так все всем пока всем спасибо кто был жду вас на следующих трансляциях и в комментариях под видосами конечно же все пока